С последствиями сильных снегопадов больше двое суток борются в восточном Казахстане. Круглосуточно по дорогам региона курсируют 160 снегоочистительных машин. Дежурства с усиленным режимом продолжаются также у сотрудников подразделений ДЧС. В пункты обогрева и снежного плена они доставляют людей на вездеходах. Об этом подробно наш сюжет. В кромешной тьме с прожекторами спасатели региона искали застрявшие в заносах автомобилей туристов. Поисковую операцию развернули экстренно. Время шло на минуты, иначе машины бы просто замело. В перемет попали 6 человек, из них 2 детей. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия на высокопроходимом автомобиле «Тркол» и эвакуировали 6 граждан. Хотелось бы отметить, что накануне спасатели предупреждали о штормовом предупреждении, о сильном снегопаде. Однако многие граждане до сих пор пренебрегают мерами безопасности и попадают в такие экстренные ситуации. А экстренную ситуацию на горных трассах региона готовы спровоцировать даже кратковременные снегопады. А метели не прекращались с 19 ноября. Под особый контроль попали 142 снегозаносимых участка горных дорог с протяженностью в 125 километров. При всех сезонных сложностях в работе экстренных и дорожных служб МЧС уже несколько лет лоббирует введение административных штрафов за въезд на закрытые из-за непогоды маршруты. Предложение спасателей буксует почти 2 года. Целесообразность нововведений по-прежнему только обсуждают депутаты, представители МВД и комитета автодорог. Снежный аврал разгребают и в Усть-Каменогорске. Местные коммунальные службы мобилизовали всю спецтехнику. Водители ночуют на работе. С 19 числа в 20:45 снегопад начался. Шел он практически 1,5 сутки. Снега выпало там более 30-35 сантиметров. Было очень много снега. Оперативно в этот же момент предприятие организовало технику, людей. На линию вышло 96 единиц техники, вышло более 100 человек. И судя по прогнозам синоптиков, эта неделя для работников местных коммунальных служб будет еще очень продуктивной, потому что снегопады в регионе продолжатся как минимум еще 5 дней. Минувшей зимой из-за обильных снегопадов на Востоке 60 раз объявляли штормовое предупреждение. Очередные и, вероятно, скорые снегопады коммунальные службы обещают встретить во всеоружии. Заявляют, что заготовлено больше 7000 тонн противогололедных материалов. И на готове также 440 снегоуборочных машин. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24.